Услышать дятла в этом лесу теперь сложно. Звуки бензопилы напрочь перебивают и отгоняют пернатых жителей данной окрестности. В районе первой спортивной школы Бийска уже вторую неделю ведется вырубка деревьев. По-моему, это варварство просто над нашим лесом. Это вот единственная рядом с городом такая зеленая шикарная полоса, где можно и отдохнуть, и покататься, и подышать. И надо вот ее, что ли, вырубить? Я просто не понимаю, куда смотрит власть наша. В конце сентября лес пилили на втором километре Чуйского тракта в районе многоэтажных домов по улице Южной. На черных лесорубов эти люди явно не похожи. Преступники обычно работают в ночное время и деревья рубят не возле дороги на виду у всех, а где-то в глубине, чтобы не привлекать к себе внимания. Я не знаю, что они пишут здесь. Чтоб наркоманов меньше было здесь. Вот. Тут же наркоманы больше-то. Они, бляха-муха, кого, кажется, орут, шумят. То есть, в принципе, вы-то довольны, да, что вот наконец-таки тут чистят хотя бы? С одной стороны, хорошо территорию чистят. Вот. Здесь работают специалисты компании «Леспромэкспорт». Это плановая вырубка, или как ее еще называют, естественный отбор, но человеческими руками. Пилятся больные, сухие, кривые, а также те деревья, которые мешают расти другим соснам. Лес не уничтожается, он не убирается полностью на территории. Он просто приводится в то состояние, чтобы там не было естественного отбора, чтобы он рос. Вот у нас проблема в городских лесах – нехватка молодняка. В том числе потому что не хватает света. То есть мы где-то проредили, убрали старые, больные деревья, значит, какие-то другие там нежелательные деревья, и дали свет молодняку. О том, какие именно деревья нужно пилить, решено было еще весной. И сейчас спиливаются только те сосны, где имеется специальное клеймо. Оно кривое и угнетенка стоит. Оно расти не будет. Оно такое вот кривое и будет, оно все равно погибнет. Вот оно тоже. Оно не дает, вот это вот дерево, оно не дает ни тому дереву расти. Еще его толку. Добавим, что ни одной жалобы в прокуратуру якобы на незаконную вырубку леса не поступало. А вот в полицию бийчане звонили. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место. Нарушений не нашли. Все документы на вырубку имеются. Но несмотря на это, местные жители негодуют и стараются всячески препятствовать рабочим. В частности, срывают ленты ограждения. Снимают и ломают специально установленные аншлаги, которые запрещают проезд и проход. Фу, пожалуйста. Это каждый день, один, два. В таких случаях предприятию «Леспромэкспорт», прежде чем заходить на объект, наверное, не лишним будет провести разъяснительную беседу, чтобы у горожан не возникало много вопросов «зачем да почему?». А с другой стороны, такой контроль общественности – это гарантия того, что под острые зубья бензопилы не попадут здоровые деревья. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей.